Добрый день, друзья! Сегодня у нас обзор корейских внедорожников и кроссоверов. В следующем обзоре внедорожников будут автомобили Volvo. Kia Sorento 2005 года, 2,5 литра дизель, автомат, кожа, пробег 231 тысяча, цена 3350. SsangYong Crixton 2010 года, 2,7 литра дизель, автомат, кожа, цена 4200. Hyundai Santa Fe 2007 года, 2,2 литра дизель, механика, кожа, цена 4500. Kia Sportage из Франции 2011 года, 1,7 дизель, механика,
кожа, пробег 168 тысяч, цена 8500. Kia Sportage 2016 года. Из Франции. Дизель 1.7. Механика. Цена на экспорт 13 300. Hyundai Santa Fe из Франции. 2006 года. 2 литра дизель. Автомат. Цена 2850. Hyundai Tucson из Франции. 2016 года. Дизель 1.7. Автомат. Кожа. Цена 15 500.
Hyundai iX35 2010 года из Франции, дизель 2 литра, механика, кожа, цена 7200. Kia Sorento 2005 года, 2,5 литра дизель, автомат, кожа, цена 2450. Somebody, I never thought it'd be so hard, yeah. Even though I'm the one that broke us apart, yeah. Now I'm seeing her, watching you, never felt so lonely, babe. I wanna be there next to you. I keep missing us, miss your touch, miss. Hyundai Terracan 2004 года, 2,9 литра дизель, автомат, кожа, цена 2300. Kia Sorento из Германии 2006 года, 2,5 литра дизель, автомат, кожа, цена 3600.
Kia Sportage 2014 года. 1.7 дизель, механика, пробег 211 тысяч, цена 9500. Hyundai Terracan 2004 года, 2,9 литра дизель, механика, кожа, цена 2700. Kia Sportage 2013 года, дизель 1.7, механика, пробег 170 тысяч, цена 8800. Kia Sorento 2010 года, 2,2 литра дизель, автомат, кожа, пробег 200 тысяч, цена 4900.
Hyundai Tucson из Германии 2007 года, бензин 2 литра, механика, цена 4450. Hyundai Tucson 2004 года, тоже из Германии, 2 литра дизель, механика, пробег 150 тысяч, цена 3950. Hyundai Santa Fe из Италии 2011 года, 2,2 литра дизель, автомат, кожа, цена 7350. Hyundai Tucson 2008 года, 2 литра дизель, механика, кожа, пробег 151 тысяча, цена 4270.
Hyundai Tucson 2006 года. 2 литра дизель, автомат, пробег 150 тысяч, цена 3600. Hyundai Tucson 2007 года. Из Германии. Дизель 2 литра. Механика. Кожа. Пробег 177 тысяч. Цена 4750. На этом обзор корейских внедорожников и кроссоверов закончен. Смотрите нас, пишите комментарии, если интересно, ставьте лайки. И кто не подписался, подписывайтесь. Всего доброго, до следующих обзоров!